Проверка документов по плану, но еще особое внимание инспекторов ГИБДД направлено на пресечение и недопущение управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. На Можайском шоссе в Одинцове прошел профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Сначала профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проверено более 150 транспортных средств. За время проведения мероприятия водитель в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не выявлено. Как показал рейд, в основной массе водителей Одинцовского округа законопослушные. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».